Ну, а что ж нельзя? Нет, здесь записывать нельзя, но можно хотя бы ее так. Такая же, да, как и в прошлый раз было. Давай вот так. Готов. Ну правильно, вилкой выиграешь. А, да. Во! Молодец. Ну да, видишь, там не обязательно в центре становить. Это не очень корректная программа, все-таки больше для любителей. Поэтому она так и отлажена, что... Он ошибся, и я начинаю так говорить. Кино Маруся. Ушел. Я предложил ему ничего, пошли, я вынесу. Нет, если ты выиграл, надо выигрывать просто. Не, ну, не. Да, кстати. Да, кстати. Я выиграл. Молодчина, давай мы тоже. Ты противник ушел. Ну, сейчас он. А, он там закрыл. А почему, если это... А, вот. Да. О, что нашел? Нет, вряд ли. Он думает. Давай, ходи. В принципе, у него, видишь, здесь у самого выигрышная ситуация теперь. Ну, как тебе выигрывать? Я туда ставлю. Да нет же, он же там закроет. Он закроет, скорее всего, снизу. Вот он уже. А, вот у него этот... Блин, нафига я это послал? Я же мог выиграть. Ну, конечно, ты мог выиграть. Он ошибся. Ну, не-не-не-не, все уже поздно, наверное. Да. Ну, понимаешь, это некорректно, понимаешь, то есть вот. Фу, спасибо. Ну, так... Ничего подобного. Ну, хотя да, ну, видишь, ладно. Я-я-я-я. Ну и как бы теперь он должен попросить, чтобы ты пере... Ну ладно. Ну все равно молодец. Видишь, 3-0. 3-0 у компьютера, 3-0 у... Так, хорошо. Ну давай мы теперь перейдем плавно на брата.
вон четверку там. Вот тут? Да. Ты победил. Еще раз играть? Ну, если хочешь, если он как бы не это самое, да, выигрывай. Почему нет? Сейчас еще поверю. Ну что ж ты так? Там же ж закрытое было. Ничего, давай, молодец. Не зевай, я тебя не буду отвлекать.